Мы поедем на этом? Да, поехали. Новая гипотеза об Атлантиде ведет нас на юг Турции. Только посмотрите, где мы поищем древние цивилизации, там стена, прямо здесь, у которых были средства и повод построить Атлантиду. И лестница. Ведущая в воду. Теперь я думаю, что Атлантида не просто гипотеза. Если отследить их путь... Видишь, как здесь все обесцветилось? Здесь явно была вода. От покинутого ими города, ничего себе, до города, построенного потом, кирпич, можно оказаться в потерянном городе. Это потрясающе. В самой Атлантиде. Эта постройка у нас прямо под ногами, она правда там. Невероятно! Атлантида — величайшая историческая загадка всех времен. И никто не смог найти доказательства ее существования, потому что искали не в той эре. Я Стел Павлоу, и я всю жизнь одержим Атлантидой. За 2 десятилетия я изучил 1000 страниц исходного текста и исследовал свидетельства из античности, все, чтобы отыскать потерянный город. Греческий философ Платон писал, что Атлантида была величайшей сверхдержавой своего времени, но катастрофа скрыла ее под морскими волнами за один день в 9600 году до нашей эры. Но у меня есть новая гипотеза, по которой эта датировка ошибочна, и это все меняет. Древние египтяне измеряли время при помощи царских списков, которые отслеживали годы правления всех фараонов. Проблема в том, что иногда правило сразу 2 человека. Если удалить 2 посчитанные годы, время исчезновения Атлантиды переместится на 5-е тысячелетие до нашей эры. Из каменного века в медный. Здесь ничего. Проклятье! Кроме новой гипотезы, я заручился поддержкой геолога и исследователя Джесс Финикс. О, да. Вместе мы поищем подсказки в легендарнейших местах планеты. Это будут самые тщательные поиски Атлантиды в истории. Ух ты! И мы ее найдем. В поисках Атлантиды. Если Атлантида была чем-то одним, она была первой, самой продвинутой и мощной цивилизацией на Земле. Но люди, построившие ее, должны были откуда-то прийти. А чтобы найти корни первой невероятно продвинутой цивилизации, надо ехать в Турцию. Здесь находится Чатал-Хююк, построенный около 7000 лет до нашей эры. Это единственный известный город в мире, появившийся, по моей гипотезе, раньше Атлантиды. Здесь найдены невероятные шедевры. Посмотрите, вот гриф уносит души умерших. Вот поклонение быку. Если вспомнить, Платон упоминал, что культ быков и жертвоприношение быков были ключевыми в цивилизации атлантов. Если какая цивилизация и могла развиться до Атлантиды, то именно это. Проблема в том, что люди покинули этот город около 6000 лет до нашей эры. Что же с ними стало? У нас есть зацепка. Чуть западнее по побережью была сделана потрясающая находка. Пещерные рисунки, которые могут быть связующим звеном между Чатал-Хююком и Атлантидой. Эти рисунки действительно интересны. Сможем ли мы при их помощи доказать, что люди уехали из Чатал-Хююка на запад и обосновались ближе к побережью? Вот именно, я не знаю. Сложно представить Атлантиду без воды. Но эти пещерные рисунки почти такие же древние, как Чатал-Хююк. Надо же. Но туда будет непросто добраться, потому что они находятся на горе. Мы находимся на юго-западе Турции, почти в 500 километрах от Чатал-Хююка. Мы едем к удаленному уголку массивных гор Бешбармак. Здесь в 90-е годы была обнаружена пещерная живопись. Точное расположение этой пещеры держится в секрете. Мы встретимся с человеком, который одним из первых увидел эти рисунки. А вот и он. Привет! Как дела? Отлично, рад встрече. Взаимно, очень приятно. Это Джесс. Привет. Привет, Джесс.
Мы поедем на этом? Да, мы поедем на ту гору. Супер. А туда можно только на местном транспорте. Ладно. Да, заберу вещи. Да, мы сейчас. Ладно. Здесь очень неровная местность. Неудивительно, что пещеру не могли найти тысячи лет. Пейзажи здесь просто невероятные. Да, впечатляет. Так, ребята, машина дальше не поедет. Нам нужно будет пройтись пешком. Пещера там. Хорошо? Смотрю на пейзаж и удивляюсь, как пещеру вообще нашли. Я тогда был ребенком, родился тут, поблизости. Мы с пастухами приходили сюда и все исследовали. Это прекрасно. Пастухи ведь обнаружили и свитки Мертвого моря. Да. Теперь постойте. Здесь приносили в жертву мелких животных. Здесь был алтарь? Там углубление. А кровь стекала вниз по этому каналу. О, да, да. Ух ты. А потом они смотрели на вершину горы Латм и молились божеству погоды. Вот как? Надо взглянуть. Смотри, отсюда прекрасно видно. О, да, прямо там. С этой точки видно вершину. Как круто. Да. Потрясающе. Идем дальше. И вот, мы на месте. Класс. Только посмотри. Это значит бог погоды. И посмотри на головы сюда. Это похоже, я бы сказал, на бычьи рога. Как выглядели рисунки в Чаталхьюке? Сейчас. Это интересно, потому что где-то за 6 тысяч лет до нашей эры в горах Тавр, здесь, в Турции, в горах Тавр, были одомашнены коровы. Это случилось именно здесь и именно тогда. Поклонение быкам было частью культуры атлантов. Они весьма схожи и очень вытянуты. Да. Очень утонченные фигуры. Судя по длине тела, некоторая связь есть. Некий общий взгляд на мир. И смотри, есть некий общий рисунок линий. Они весьма характерные. Да. А если говорить о времени, есть совпадение? Чаталхьюк был тогда же? Чаталхьюк покинули за 6 тысяч лет до нашей эры. Эти рисунки тоже сделаны примерно за 6 тысяч лет до нашей эры. Связь с Чаталхьюком возможна. Некое сходство определенно имеется. Особенно в форме рук. У нас есть погодное божество, живущее на вершине горы. Боги погоды всегда живут на вершинах. Атлант, царь Атлантиды, тезка титана Атланта, который основался в горах Аркадии. Но они жили не здесь. Они осуществляли сюда паломничество, как в храм. Ты в этом уверен? Многое указывает на то, что небольшие группы людей могли жить здесь. Согласен. Думаю, это своего рода убежище. Они только покинули Чаталхьюк. Им нужно было найти, куда пойти. Здесь было множество пещер, разбросанных по разным семейным группам. Но им хотелось найти место, чтобы жить централизованно. Основать новый город, возможно, ближе к побережью. А мы неподалеку от одного из древнейших прибрежных городов Турции. Ясно. Думаю, надо пойти по следу и посмотреть, нет ли остатков поселений. По-моему, хороший план. Пещерная живопись там невероятная. Еще какая? Я никогда подобного своими глазами не видела. И она показала, что есть явное сходство между рисунками из Чаталхьюка и местными. Их можно соотнести. Я чувствую, мы идем по верному следу. Мы едем на юго-восток, туда, где ряд барьерных островов обеспечивает природную защиту бухте и где находится древний город Мира, основанный 3000 лет до нашей эры. Логично было положить начало цивилизации мореплавателей там. Вот это очень интересно. Вот это да! Никогда такого не видела.
Это явно нужно рассмотреть поближе. Ты взяла дрон? Конечно. Интересно, что мы найдем. Посмотри, какие отверстия. Попробую заглянуть в эти. Выглядит так, будто они сделаны открытыми, нарочно. Не похоже, что они были заделаны. Это характерно для многих культур. И смотри, как это сделано. 6000 лет до нашей эры, но здесь нет и следа глины. Это монолитная структура. Да, это шедевр. Но обрати внимание на эти цилиндры. Вон там. Похоже на конец бревен. Да, весьма похоже. Да, это старинная архитектурная идея, характерная для того времени. Тогда у людей не было доступа к разным материалам. Возможно, это был самый надежный способ похоронить мертвых. Да, верно. Но даже не знаю, скажи, читал Хьюки, делали что-то подобное? Читал Хьюки, были открытые гробницы. Небесные. Идея была следующая. Стервятники прилетали, съедали плоть, уносили кости. Это символизировало вознесение духа. Интересно, была ли здесь эта традиция? Возможно. Я пытаюсь рассмотреть, но, похоже, на поверхности свидетельств не осталось. Да, похоже. Да, здесь очень неудобно. Не хочу, чтобы дрон во что-нибудь врезался. Вот так, посмотрим отсюда. Ну да, возможно, не скажу, что нет. Да. Как сложно. Еще многое предстоит открыть. Думаю, надо поспрашивать экспертов. Думаю, батарейка скоро сядет, поэтому буду сажать дрон. Мы встретимся со специалистом по Ликии, Дилик Искар, чтобы поискать связи. Привет, я Джесс. Я Дилик. Очень приятно, очень приятно. Это мне очень приятно. У меня столько вопросов к вам. Итак, кто такие ликийцы и откуда они пришли? Мы не знаем, откуда они пришли. Никто не знает. Ясно. Это своего рода загадка. А ликийцы были продвинутым народом? Да, конечно. У них был свой алфавит, собственный язык и, кроме того, федеративная система правления. Ух ты, да. Что это за место? Это древний некрополь. Внешне он похож на город. Это лишь могилы. А здесь есть связь с Чаталхиюком? Да, она возможна. Например, в обеих культурах люди верили, что крылатые существа уносили дух умерших от них к богу. Понятно. А они тоже поклонялись быкам? Да. В могилах видны схожие мотивы, мифологические мотивы. Надо же. Да, местные люди могли происходить из Чаталхиюка. Если это место связано с Чаталхиюком, тогда имеется преемственность ритуала, преемственность мифа, так? А следовательно, религии. Ликийцы прибыли сюда за 3000 лет до нашей эры. Отлично. Никто не знает откуда. Чаталхиюк был покинут за 6000 лет до нашей эры. Никто не знает, куда люди ушли. Может, они пришли сюда, может, через тысячи лет здесь были их потомки. Отсюда религиозная схожесть. А в промежутке — 6000-летие до нашей эры и Атлантида. Ты понимаешь, что это значит? Надо постараться заполнить этот промежуток. Да. Когда в геологии в породе не хватает слоя, мы знаем, что геологические процессы шли, но почему-то свидетельства утеряны. Думаю, об истории можно сказать то же самое. Может, проверим эту область? Она очень привлекательна. Мы рядом с водой, как ты и сказал. Думаю, надо осмотреться. Интересно, что мы найдем. Идет?